вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Сокол» Саратова Игорь Валерьевич Чугайн. Игорь Валерьевич, пожалуйста, поделитесь своими первыми впечатлениями об этом матче, а потом журналисты зададут вам. Ну, что касается нашей команды, наверное, мы провели сегодня лучший матч. Вы правильно сказали, несмотря на то, что мы решили задачу выхода в ФНЛ, все равно эта игра стояла особняком как для нас, так и для «Факела». Но, к сожалению, видимо, внутри не было того настроя, который был присущ команде. По самой игре, в принципе, да, были кадровые проблемы у «Факела», у нас там, но это как бы все в равных условиях находятся. Что касается самой игры, я считаю, что «Факел» победил, да, заслуженно сегодня. Они были более мотивированы, настроены. Вот. Ну и как бы для них эта игра, наверное, на самом деле стала последним шансом таким, чтобы порадовать своих болельщиков. Поэтому видно было запредельное желание команды. Все. Видно было напор. Я, например, сожалею, потому что тоже своих ребят настраивал именно в очном как бы, поединке тоже. Всегда была принципиальная борьба между двумя командами, но сегодня «Факел» оказался сильным. Игорь, когда вам уже стало понятно, на каком этапе заключительного отрезка чемпионата, что, в общем-то, команда удержит первую строчку? Ну, вот прошедшие игры с Пензой, ну, когда уже официально все объявили, только тогда, потом отрыв там 7 очков, 9, вы знаете, это все настолько все быстро может измениться. Одну игру проиграл, где-то оступился, психологическая уверенность пропала, и все. Поэтому мы до последнего были в таком напряжении. Да, вот, может быть, выдохнули чуть раньше времени. Вот, ну, что есть, то есть. Сегодняшний матч как вы мотивировали ребят, которые его, в общем-то, уже свое. Да я не мотивировал, я как бы просто ребят настраивал и напоминал, что все-таки с «Факелом» мы боролись за выход в ФНЛ, и все равно как бы турнирная таблица она не выглядела на данный момент, все равно эта игра она стоит особняком. Поэтому, я говорю еще раз, к сожалению, не все прочувствовали, может быть, этот момент. А то, что всегда между Саратовым и Воронежем игры такие боевые, ну, я думаю, объяснять никому не надо. В каких компонентах, на ваш взгляд, все-таки отрыв от второго места главного конкурента прилично, вот если так турнирную дистанцию взять, в каких компонентах вы сильнее оказались? Ну, это только в одном — стабильности. Это благодаря тому, что ротация состава минимальная, усиление точечное. Ну, в принципе, стабильность это подразумевает полномерно, как бы, вот в каждом туре набор очков. Вот «Факел» допускал промахи, мы нет. Поэтому, наверное, в этом наше преимущество. Насколько этот состав ваш сегодняшний готов для повышения в классе? То есть какого уровня усиления, сколько позиций? Ну, понятно, что рано еще об этом говорить. Нет, вы задаете, может быть, и нормальный вопрос. Единственное, у меня немножко после этой игры возникли вопросы по некоторым футболистам. И о чем я им в раздевалке сказал, что некоторые себе подпортили жизнь, мягко говоря. Именно своим вот этим вот, сегодня, вернее, своей сегодняшней игрой. Посмотрим спокойно запись, тоже проанализируем. Да, хочется, например, оставить как можно больше футболистов из этого состава, но учитывая реалии состава участников ФНЛ в этом году, все-таки, наверное, учитывая то, что 4 команды с премьер-лиги опустятся, все-таки, на мой взгляд, и выйдут, ну так, если предполагать, Тюмень, Астрахань, что не Ангуш далеко, там, не Дзержинск, и Тосно. Поэтому здесь нам предстоит серьезно и подумать, и провести так достаточно, может быть, не обширную, но точную селекцию однозначно. Ну, чтобы с статистами не быть, и естественно, путь Ангушта не... Да, вот это вот, конечно, не хотелось бы никому. Вот поэтому, говорю, еще и сегодняшняя игра, она много вопросов мне поставит. Много вопросов. И это все благодаря футболистам раздевалки, об этом сказал. Благодаря вашим действиям на поле. Игорь Ильич, у вас интервью очень хорошее было на клубном сайте в феврале или март,
где после кубкового матча с ЦСКА, там дней через 5, что вы там вот, сказать, анализируя соперничество двух команд, говорили, что вот можно там за 100 тысяч долларов купить отечественные «Жигули» и говорить, что это самая лучшая машина. Я могу это сейчас повторить. По-другому потратить. То есть, вот, собственно, вот это вот и ответ на вопрос, в каких компонентах, да? Ну, и в этом тоже. Но я говорю, советы давать, ну да, в 2,5 раза меньше у нас бюджет был. Но, вы знаете, деньги же это тоже опасная вещь. Она расслабляет иногда. А когда денег мало, ну, знаешь, только больше думать, больше торгаться. Так, так, более тщательно подходить к каждому игроку. Поэтому здесь свои плюсы, свои минусы. Я говорю, деньги это инструмент, смотря в чьих руках он находится. Ну, с голодными людьми с второго дивизиона, наверное, проще, чем с зажравшимися. Ну, это, я понимаю ваши эмоции, но с сытыми, естественно, сложнее. Я стараюсь с сытыми не работать, потому что в любом возрасте, какие бы деньги ни получал футболист, он должен быть голодным, до побед прежде всего. Мы забываем, но главное, что футбол прежде всего игра, и уходят на поле люди, вот доказывают, кто из них сильнее в этой игре. А когда, извините, футбол где-то вместе на 10-м, вначале там бюджет, деньги, что-то еще там навалят. А где футбол? А, вон там, где-то там у нас. Поэтому вот это, на мой взгляд, неправильный футбол всегда должен оставаться на первом месте. И сколько тебе лет не было, какую ты зарплату не получил. Кроме вопрос. Претензий некоторым игрокам раздевалки, что в целом сказали команде? Да пока больше ничего особенного. Что сейчас говорить сейчас? Приедем в Саратов, там посмотрим игру, разберем. А что сейчас говорить? Сейчас эмоции. Причем не самые приятные. Александр Иванович Корешков, главный тренер «Факела», вашему вниманию. Александр Иванович, ну поделитесь своими впечатлениями о матче. Ну, интересная игра была, в общем-то. В плане содержания были отличных. Русские в Саратове. У нас, в общем, такая открытая игра. Естественно, я побаивался с учетом того, что у нас всего 10 полевых игроков было в наличии, что, в общем, не хватит на второй тайм. Ребята, в общем-то, готовили характер, бойцовские качества. Плюс с учетом того, что у нас Тимошин играл с травмой, с которой нельзя играть. Это приятно, что люди, в общем-то, горят с желанием в принципиальной игре показать все свое мастерство и, как говорится, характер. Это очень важно. И удачно, что, в общем-то, после пропущенного гола, когда у Василёнок не было, нашли себе силы, собрались, провели хорошую атаку. Были еще хорошие подходы, были две штанги. Вот еще раз говорю, я боялся, что любой игрок получает травму, но у нас фактически осталось эти две в резерве, и больше не было никого. У нас два муляжа сидели на лавке, Арчук, Снежев. Вот. Поэтому вот это приятно, что как-то сумели в трудный момент собраться. Игра принципиальная, хотя бы и задачу. Сокол уже решил, но она все равно носила другой подсек, и Саратов вышел основным составом, с каких-то там ротаций, тоже хотел выиграть, и вот в такой борьбе интересно выиграть и победить. Как я ребятам сказал на установке, когда понятно, задачу не решили, но это будет важно для болельщиков, это важно для вас, усилить уверенность. Я в команду, допустим, не верил, но у вас просто такая сложная, какая-то череда травм, дисквалификации таких. Плановых. Тот, кто должен пропускать, он всегда пропускает. Какие мысли были в тот момент, когда гости становились? Турнирного значения не имела игра такого. Просто хотелось, чтобы, как говорится, за ребят переживал, чтобы они нашли себя переломить это игру в психологическом плане. Как вы их настраивали перед этой встречей? Что сказали? Знаете, я так, настрой — это вещь такая, но чисто советское сплетение. Люди выходят играть, в общем, за деньги, люди выходят играть за свою честь, но все равно какие понятно, что мы живем в этой стране, как традиции сохранить. Я всегда коротко так объясняю ситуацию, причем за три дня выиграть, чтобы не грузить. Объясняю, почему это важно, почему это так, почему так. Ну, коротко, просто доходит. Александр Ильич, как оцените игру Альшина? Сегодня в первом тайме мы увидели совсем другого игрока. И говорили, не в первый забит. Ну, будем так говорить, что еще раз говорю, из той же бочки, о чем я говорил до этого, что у нас мы играли, люди играют на позициях, которые, в общем, Альшин игрок,
допустим, как сегодня ты его позиция с объемом, под нападающим, центральный полузащитник, нам там. Соответственно, это вот, все проявилось с лучшей стороны, конечно, крайний хав, не его позиция, но я вынужден ставить, потому что не было других альтернатив. И так сегодня, допустим, Соколов справа играл там, ну, нам нападающий, это то, что как тактика такая, потому что он один нападающий. Если бы не было ни одного, например, без одного нападающего. Но тем не менее, из этой ситуации вышли с достоинством. Из очень трудной ситуации. Если сказать, Тимошин не тренировался после Курска, фактически одну тренировку провел, просто попробовал, может, не может. Я знаю, что не может. Если честно, я так рисковал и здоровье, но он сам попросился в команду. Дай бог, без последствий. Ну и опять же с этим связано то, что вот в середине второго тайма, как правило, подсаживаются всегда без заметки физически. Ну это психология. И тут, если вы заметили, сколько вы произвели, замен 5, наверное. Правильно, мы не могли адекватно ответить в такой погоде, я боялся в жаркую погоду замены этого серьезного усиления. Вот. И подсели, конечно, в конце там, ну и судок и хватало большой группы игроков. Это естественно, потому что еще раз в такую погоду, 5 замен, они плановые должны быть, когда не есть. Мы такой возможности не имели, но тем не менее, еще раз говорю, там как с Крыльников на последних там, наживах, это все вырывал, там как там другие игроки, там тут же Тимошин там. Довели на характер результат. Ну вот если про этот состав говорить, на сколько процентов он основной? Вот если все были здоровы, там совсем другие люди поиграли? Ну, если глобально заглянуть, там, Нежелев, Татарчук, Воинов, образно говоря. Меня волнует в последнее время, в середине мы как-то чуть-чуть так наладили организацию. Меня волнует фланговый игрок. Волнует фланговый игрок. Здесь большие проблемы. Они есть, и тот же Соколов, там, допустим, не так, как хотелось. Хотя второй тайм немножко агрессивный. Там. Люди играют на своих позициях, но это сложно с ними спрашивать. И, в общем, спрашивать нельзя, когда у тебя их всего 10. Я даже разбор не делал, там, так, корректно поговорил, так никого не трогаешь, чтобы никого не обидеть. Ну, в целом в команде есть фланговые игроки или их придется ну, как-то привлекать? Ну, я не знаю, если они здоровы, но Воинов, как говорится, мы взяли его и полгода в аренде и фактически там будет привлекать, конечно. Это, в общем, резерв, причем идеальная схема для меня, я как вижу, она трансформируется в три центральных полузащитника, два быстрых фланговых игрока, быстрых, один нападающий, из тройки центральных полузащитников, один игрок. Один опорник, да? Два опорника, один. Ну, варьировать можно все это, зависит от тактики, там, от соперников. Вот в таком варианте. Ну, фланги мы и так, в общем-то, немножко вымучим все эти фланги. Ну, за счет того, что Габус включался, эпизоды были, установки было, что надо за счет защитников и фланговых игроков фланг скрывать. И при этой схеме, получается, Альшин идет под нападающими. Там есть, ну, тут как бы сегодня играл. Такой схемы, допустим, Бекетов, там, Бугрови, Нальшин, Вендерев, как называемый, сядут в оборону, когда она быстро улетает, ну, качество скорости, там, вот, с обводкой скорости, вот, хочется так. Потому что линия обороны, и, там, допустим, много позиций в обороне, меня не волнует, вратарская позиция, если говорить о перспективах, я сейчас не собираюсь об этом говорить, потому что это все в тумане, как говорят, даже не в тумане, а образно говоря, я задачу не решил, поэтому нельзя глядеть далеко. Но если бы я, допустим, работал, я бы это не проблема. Вот. Все? Нет, не все. Нет, не все. Вот там дифирамбы, такая браурная жирная точка, вот обыграли Сокол. Да лучше мы Сокол не обыграли, лучше мы в этих бы трех ничейных матчах бы брали бы очки, да? То есть что мешало команде играть вот с средняками, с аутсайдерами? Вот вышли как, то есть нужно было, чтобы в пиковой ситуации оказаться. По-другому, получается, мотивировать нельзя? Нет. Ну тут есть оправдание всегда. Да оправдание-то это не у всех всегда. Я просто говорю, что вот тут с Сокол мы играли, они атаковали большими силами, мы атаковали, были свободные зоны появлялись. Если мы играли в Рязани, там 9 человек стали сзади, и у нас возникает проблема без фланговых игроков. Большие проблемы, об этом говорят. Это касается, допустим, Рязани. Какую еще игру там, сказать, ничего? С Подольском? Ну, Подольском, еще раз говорю, 5 человек с гриппом, с тяжелейшим лежало, одного там что-то вытащили кое-как, остальные там вот или вышел там.
еще раз говорю, что меня устраивало, я изначально, мы говорили, там, я не хотел иметь обойму, 25 человек, там, конкуренция супер, конкуренция на 10. Ну, допустим, такой игрок Тачук, я не ожидал, что он получит травму. Все сборы провел, вообще все. Он универсальный игрок, он может сыграть и защитника, крайнего полузащитника, да, центрального полузащитника, как Джокер. Ну, выпала такая группа, приходится каждую игру, мы играем вообще в разные схемы, разные вообще сочетания, это очень сложно. Очень сложно. Александрович, а еще вот такой напоследок вопрос. Я понимаю, что, может быть, конечно, так тоже не слишком актуально в свете ближайших перспектив. Там со второго, с десятого, с пятнадцатого места. Я не знаю. Я знаю. Но вы что-то знаете о такой возможности? Я даже не интересуюсь, потому что это как с не моей епархии. Плюс, вот, насколько я знаю, в те годы говорили, что так не будет, потому что первую лигу пусть сокращают, если кто-то снимается, никто искусственно в это не собирает. Сейчас такая ситуация может возникнуть, потому что в первой лиге очень много проблемных команд, совсем уж ужимать ее нельзя, могут пойти на какие-то компромиссы. Все. Но на это полагаться не стоит. Я считаю, что это так, шанс такой иллюзорный. И я не занимался этим вопросом, честно, не мое, не интересуюсь, потому что еще раз говорю, много проблем у меня, есть какую-то далекую перспективу. Ну а то, что Сокол обыграли, просто показали, что есть команда, есть, в общем-то, исполнители. Я еще раз говорю, что если бы у нас были все в строю, возможно, с Косечкиным, да, и пусть еще, мы знаем, прекрасно, еще традиционный момент. Ветер в другую сторону дует, и еще там дождь в воду пошел. Ну так, шутка. Понятно. Если все это снять, то можно было с Соколом. Вы увидели, что ну, хорошая команда, никто не говорит, Сокол заслуженно вышел, достаточно. Но играть с ним можно, надо выбрать в таком составе.